собачье сообщество за то, что не дает мне покоя. Какое еще собачье сообщество? Каждый раз, когда на прогулке твой песик встречает другого песика, тебе так или иначе придется общаться с его хозяином. Иного исхода быть просто не может. Это своеобразное испытание. Кто-то из вас точно прорвет это молчание первым. При этом тебе вроде бы и нужно что-то сказать, а вроде бы и нет. Еще надо быть готовым постоянно отвечать на вопросы по типу «мальчик или девочка?». Причем даже по несколько раз за прогулку. Как правило, никто не угадывает. Я, конечно, не уверен, зависит ли что-то от ответа. Ну, может быть, конечно, если пол собаки все-таки угадывает, то из торта выпрыгивает кто-то, вручает тебе чек на 1 миллион, все счастливы, везде конфетти, все радуются. Ну, я, конечно, не смог ни опровергнуть, ни подтвердить эту теорию, но ничего. Но это еще не все. Величайшая, я бы сказал, проблема, особенно в частности для начинающих, скажем так, сопроводителей пёселя, это как правило нужно реагировать на поведение собаки. Ты же не можешь понять, человек рад, что твой пёсель обнюхивает его пёселя или же его самого. Ты можешь, конечно, начать оттягивать свою собаку и при этом показаться недружелюбным. Также может быть такое, что они говорят, ну, по кличке зовут, типа, пойдем домой. Начинают отходить, а собака остается на месте. Вот это вот тогда ситуация, которая полностью не контролируется. Потому что тут ты не хочешь оттягивать свою собаку, потому что она чувствует себя отлично. А ей весело, она обнюхивается с другой собакой, и все хорошо. При этом ты не можешь отпинать чужую собаку, чтобы та пошла домой. Тебе приходится стоять и ждать, пока ситуация решится сама. Еще, конечно, если повезет, то можно застать подобную картину, когда собачники стоят рядом друг с другом и с внимательными лицами рассматривают, как их собаки обнюхивают жопы друг друга. Я не знаю, что тогда происходит в их головах. Не знаю, может быть, они думают, что типа, да, давай так его. Ты хорош, молодец. Надеюсь, мы когда-нибудь узнаем ответ на этот вопрос. Принеси еще пиво, пожалуйста. Чертово собачье сообщество. Как сторонники теории плоской Земли объясняют, что в одной стороне день, а в другую ночь? Они говорят, что Солнце как прожектор, который движется из стороны в стороны, освещая Землю. Управляет им инопланетяне? Не знаю. Представь, а что если мы находимся в чашке Петри? И за нами наблюдает какой-то чел. А он, в свою очередь, находится в другой чашке Петри. Ну, так можно объяснить, в принципе, как основная вселенная — это чашки Петри, которые вложены в другие чашки Петри, подобно матрёшке. Еще плоскоземельщики утверждают, что Антарктида — это некая стена по периметру Земли, которая нужна, чтобы океан не вытекал. Вот тебе и грани чашки Петри. Достаточно, скажем так, обыденно снимать фантастические фильмы про контакт людей с пришельцами. Среди них есть и культовые, влияние которых неоспоримо на кинематограф.
Но обычно, почти в каждом фильме, они представлены, эти существа, как чудовища, которые обычно враждебно настроены против человечества. Вместе с моим другом я придумал одну идею для фильма, согласно которой где-то на другом конце Млечного Пути находится планета, условия на которой идентичны земным. Согласись, что когда человек думает о внеземной жизни, то в его голову приходят необычайные образы, которые не имеют ничего общего с Homo sapiens. Однако на этой планете сформировалась почти такая же флора и фауна, а главное – человеческая цивилизация. Главное отличие и достоинство этих инопланетян – это технический прогресс. Они непостижимо развиты. В их распоряжении есть межгалактический транспорт со скоростью света, перемещающийся со скоростью света, но не всегда хорошо находиться в таком положении. Много лет они подвергаются атакам существ из соседней системы, которых назвали криповые монстра. Мотивы злодеев понятны, они хотят заполучить их богатство, технику. Помимо этого, они хотят распространить всю свою власть далеко за пределы Млечного Пути. В связи с этой опасностью был создан специальный отряд, который должен был обнаружить во Вселенной наиболее подходящую для заключения союза цивилизацию. Во время поиска они узнали о существовании некой планеты Земля в Солнечной системе. Были проведены исследования и принято решение, что с землянами будет договориться проще всего. Настал важный день, который подразумевал начало спецоперации «Земля». Был утвержден экипаж из 30 человек, которому был отдан приказ установить контакт с населением. Поначалу все идет по плану, но достигнув Солнечной системы, они подвергаются атаке криповых монстров. Они изо всех сил пытаются дотянуть до Земли. Они сели в океан? Почти. Они упали в Дон. Просто мы патриоты. После крушения выжили только двое инопланетян. Они будут главными героями. На плечи этих двух парней ложится огромная ответственность, ведь от них зависит судьба Родины. Они осматриваются на берегу и понимают, что вокруг нет души. Пройдя чуть дальше, они замечают прогуливающуюся девушку. Вот ты и должна будешь ее сыграть. Они знакомятся, заручаются поддержкой и продолжают следовать плану операции «Земля». На долю этой девушки выпадает решать вопрос межгалактического конфликта. Почему ты думаешь, что на эту роль подхожу именно я? Сначала я думал, что ты можешь подойти на эту роль, но теперь очевидно, что твоя кандидатура идеальна. Почему? Из-за твоей истории с примирением Израиля и Палестины. Этот персонаж тоже достаточно умен для своих лет. Она обладает красноречием, харизмой, а что самое главное, дипломатичностью. Инопланетянам крупно повезло с ней встретиться. Ну, тогда у меня нет возможности отказаться. Но это ведь правда? Конечно. Просто невероятно. Абсолютный хит кулинарного сезона — лягушачьи лапки. Лягушачьи лапки можно есть? Настоящий деликатес, имеющий историю более чем 8 тысяч лет, является отличным неимоверно аппетитным способом удивить ваших гостей и украсить праздничный стол. Лягушачьи лапки – это блюдо, которое мечтают пробовать гурманы из разных точек земного шара. Карибские острова, Португалия, Испания, Италия, Греция – страны, в которых приготовлены различными способами лапки, каждый день дарят гастрономический восторг как местным жителям, так и туристам. Гастрономический восторг. Нет, это слышал. Многие утверждают, что по вкусу лапки представляют нечто среднее между рыбой и курятиной, у них мягкий вкус, а текстура напоминает куриные крылышки. Лягушачьи лапки являются неотъемлемой частью китайской и французских кухонь. В Китае потребляются жареными или тушеными с добавлением легких пряностей, подают без костей. Вкусняйте. Влияние лягушачьих лапок на мир неоспоримо, ведь они также влияют на массовую локальную культуру. Так французов за любой деликатес пренебрежительно называют лягушатники. А еще макаронники. А, нет.
Это же итальянцы. Как в «Крёстном отце». Чёртовы макаронники. Если ты же почувствовать себя знаменитым французским шеф-поваром эскафье, который, находясь в служении у принца Уэльского, подавал англичанам в лягушачьей лавке под красивым и неопределённым названием «Ля две расцветных нимф». Для наших подписчиков в следующем выпуске будут рецепты приготовления. Нет уж, спасибо. Не знаю, я такого мнения, что любовь возможна между кем угодно, хоть между человеком и роботом. Может, не в нашем мире, но в параллельных вселенных так точно. С чего ты это взяла? Как ты знаешь, сны — это маленькие окошки в параллельные вселенные. Именно поэтому мы так плохо запоминаем то, что видим через них. Но однажды мне приснилось, как Билл Мюррей пришел в известный парк культуры, где специально запрограммированные роботы проводили экскурсии. Ему досталась девушка в светло-голубом платье, в белый горошек. Знаешь, такие носили женщины в 50-е в США. Поначалу они следовали маршруту. Она рассказывала ему разные факты по типу «это дерево значимо в связи с этим-то». Но постепенно он стал замечать, что она все больше и больше отклонялась от заданной программы. Она начала испытывать эмоции, смеяться с шуток и так далее. Вообще аниматроники не выглядели как роботы, а скорее как люди, как Робин Уильямс в 200-летнем человеке, например. Поэтому было не стрёмно, а наоборот радостно, ведь симпатия к ней росла все сильнее. Потом они спустились к водопаду, там была беседка. Они стояли внутри и мило, романтично разговаривали. Постепенно они сближались друг к другу физически и в итоге поцеловались. Через время, конечно, началась суматоха. За главным героем начали охотиться власти. Ты прикинь, завести роман с роботом. Это ни в какие рамки. Видимо, эта вселенная не из тех, где так принято. И вообще, как получилось так, что робот обрел разум? Началась просто паника. Но это уже другая история. Эх, это было прекрасно. Ты меня пугаешь. Как же я ненавижу тратить свое время. Что? Да, просто мысли вслух. Тебя одолевает самое мерзкое чувство усталости, когда ты вынужден сидеть на одном месте и ждать чего-то. Ты либо сидишь в очереди и ждешь свой черед, либо находишься в месте, где совершенно не хочешь быть. А это самое страшное. Просто ждешь, пока настанет момент уйти оттуда. При этом, вернувшись домой, ты чувствуешь себя ужасно, изнеможенно. Приходится восстанавливаться, чтобы заняться чем-то продуктивным.
Спасибо за ожидание. Проходите. Слушай, а ты знаешь, что 90% того, что режиссер хотел показать каким-либо кадром, остается позади зрителя, ну, вне его восприятия? К примеру, мне припоминается один момент из «Ребенка Розмари». Роману Полански не понравилось, как оператор выставил кадр, поэтому попросил сделать так, чтобы главная героиня находилась за дверным проемом. Тогда все негодовали и не понимали, почему режиссер так поступил. Ну как бы, зачем снимать дверь, когда действие происходит в самой комнате? И как гласит легенда, на премьеру фильма Роман Полански попросил свою жену Шэрон Тейт обратить внимание на зрителей именно в этой самой сцене. И вот, когда время пришло, Шэрон Тейт увидела, как все, кто сидел в зрительном зале, начали поворачивать голову вправо, пытаясь заглянуть в комнату, где находится главная героиня. Ты не говорил, что у тебя через дорогу театр. Наверное, ходишь сюда каждые выходные? Да не особо. Вот наша набережная. Круто. Пройдем по ней? Если хочешь. Вот парамоновские склады. Вау! Я слышала, что именно из этого родника купец Парамонов построил здесь свои склады. Из-за воды они были как огромные холодильники. Ага, наверное. У вас есть здесь красивые соборы?
А это яйца. Какие яйца? Мама, дождись.
самом деле я тебя видел часто. Возможно, того нет, так знакома твоя грация. Не удивляйся, если будешь рядом, то слова будут напрасны. Ты приходила по неволе, воплощалась в уме, как компьютерный герой. Пишем. Добрый... Нет, давай сначала. Добрый день. Прямиком из... Нет, лучше... Всё. Давай, готов? Добрый день. Прямиком из солнечного Ростова-на-Дону. Нет, какой солнечный Ростов-на-Дону? Северяне же просто сойдут с ума. Какая солнечная погода в марте? Всё. Пишем. Добрый день. Прямиком из столицы Юга России... Господи, что я несу! Мы же не хотим падения рейтинга в Краснодаре, правильно? Правильно. Всё, я готова. Выдохнули. Добрый день. Прямо сейчас я нахожусь в парке Октябрьской революции города Ростова-на-Дону. В этом репортаже я хочу пролить свет на душераздирающую проблему, которая нависла над этим непостижимо духовно заряженным местом. Позади меня вы можете видеть лесополосу. Тут будет склейка. Прямо здесь, на протяжении многих лет, несколько поколений детей резвились
и дышали свежим воздухом. А еще здесь есть белочки. Тут будет кадр на белку, а лучше на несколько. Эх, что еще нужно для счастья, милейшие создания? Однако, скоро все это будет уничтожено. Дело в том, что французский винодел Гарье Дюбуа буквально сошел с ума и решил открыть на месте этого живописного парка центр анодной музыки. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, что так называемый центр на деле является рейв-клубом. А сейчас вы можете ознакомиться с заявлением магната насчет своего проекта. Тут будет склейка. Меняем кадр. Под предлогом культурного просвещения молодежи на деле осуществляется ее деградация. Анодная музыка – это настоящий бич современности. Не секрет, что было проведено множество исследований, результаты которых просто ошеломляют. Вы только вдумайтесь! Один год непрерывного прослушивания анодной музыки сокращает жизнь человека на 1 минуту! Наша задача на сегодня – это обратить внимание на эту ужасную проблему и предотвратить, не побоюсь этого слова, трагедию вселенского масштаба. Меняем кадр. Но вы зададитесь вопросом, что я могу сделать для того, чтобы сохранить самобытность и эндемику парка Октябрьской революции. Распространите эту информацию, расскажите об этом в детском саду, школе, университете, на работе, соседям и прохожим, водителям автобусов и троллейбусов. Ну, не забывайте о водителях маршруток, ведь каждый из вас должен знать о вреде анодной музыки. Вы должны прийти именно сюда, чтобы дать понять Гарье Дюбуа, что нельзя так просто взять и отнять у горожан то, что они так любят и чтят. Возьмите с собой близких и друзей, водителей такси, и приходите сюда, чтобы побегать вместе с белочками и другими экзотическими существами. А в подходящее время, поверьте, и здесь очень много. Ну и что? Перед выходом репортажа в эфир мы установим большой экран, на котором будет отображаться количество посетителей. Давайте вместе сохраним наш прекраснейший парк от ужасной и бескрайне вредной анодной музыки. У вас когда-нибудь появлялось ощущение, что за вами следят? Я уверен, что да. Ведь по статистике каждого второго человека посещает навязчивое желание обернуться, чтобы удостовериться, что ему не угрожает опасность. Это происходит на уровне древнего инстинкта, но только лишь. Что если я скажу вам, что грань между так называемой паранойей и действительностью практически стерта? С самого детства нас приучают к тому, что большой брат всегда следит за тобой. Воспитатели, няня, учителя в школе. Но вот вы становитесь совершеннолетним. Но прекращается ли слежка? Классик американской литературы 20 века Эрнест Хемингуэй на закате своих лет жаловался родным и близким на то, что, как он считал, за ним ведется слежка со стороны ФБР. Он считал, что за каждым его словом и действием следят агенты. Ему никто не верил. Хемингуэй застрелился. И лишь спустя несколько лет правительство США рассекретило архивные данные по делу писателя, в которых подтверждался факт слежки за ним на протяжении многих лет. Если бы не резонанс среди граждан, поклонников писателя, эта тайна навсегда бы осталась нераскрытой. А теперь представьте, сколько таких случаев еще есть по всему миру. Важнейшая персона в кулинарной культуре, звезда галактического масштаба Уман Бутер также подвергся пристальной слежке. Успех его бутербродов с карамелизированным лучком вызывал слишком много вопросов. Возможно, прямо сейчас наблюдают и за вами. Конечно. Прямо сейчас снимаю.
Пешка — это единственная фигура, у которой есть цель и которая может стать кем угодно. Гроссмейстер. Hola, amigo. Ahora voy a borrarte de la faz de la tierra. В шахматах в одиночку не создают шедевр. Нужен соперник высшего уровня. Предлагаю начать игру. ¿Dónde está el reloj? Они не понадобятся. Не хотел бы я жить в мире, в котором не ценят шахматы. Шахматы, подобно музыке или любому другому искусству, способны делать человека счастливым. Шахматы достаточно красивые, чтобы потратить на них свою жизнь. Самое большое искусство заключается в том, чтобы не показать сопернику, что он может. No me molestes un maldito de traje. Слабости характера обычно проявляются во время шахматной партии. Deja esta estantería es un ruin. Есть игроки, которым для хорошего хода нужно время. Никто никогда не рождался мастером. Путь к этому лежит через годы учебы, борьбы, радости и печали. Я вообще считаю, что в шахматах все держится на тактике. Если стратегия — это глыба мрамора, то тактика — это резец, которым действует мастер, создавая произведение шахматного искусства. Maldita comunidad de perros. Только режиссеры любят шахматы, не зная их правил. Иначе перевернутых на 90 градусов досок в фильмах было бы меньше. Es imposible jugar con este genio. Deja его логику para dos rivales. Veo que voy perdiendo. Только действительно сильный шахматист знает, насколько слабо он играет. В шахматах выигрывает каждый. Если получаешь удовольствие от игры, а это самое главное, то даже поражение не страшно. В шахматах нет ничего труднее, чем предвидеть ходы своего соперника. Иногда противники ставят себе мат сами. Нужно лишь немного подождать.
Некоторые соперники перестают здороваться после проигрыша, некоторые после выигрыша. Первые гораздо симпатичнее. Вот, послушай, 31 августа состоялась премьера «Контекста». Это дебютный фильм начинающего режиссера Ивана Дерсонова, которому эксперты предсказывают большое будущее. В чем же уникальность «Контекста»? Это киноальманах, состоящий из 19 сюжетов. Все эпизоды сняты независимо друг от друга и довольно иронично, что вам не нужен контекст, чтобы смотреть их. Но при этом, как неоднократно подчеркивал Навый, только вместе они по-настоящему раскрывают свой потенциал. Ты куда? Слушай дальше, это же интересно. Режиссер в одном из своих интервью сравнивал контекст с музыкальным альбомом, где сюжеты — это песни, которые не могут существовать как синглы. Примечание редакции. Отдельные композиции без альбома. Конечно, никто не запретит вам посмотреть определенные сюжеты киноальманаха как отдельные короткометражки. Снова примечание редакции. Некоторые сюжеты из «Кофе и сигарет» Джима Джармуша изначально существовали только в виде короткометражных фильмов. Но получите ли вы от этого полноценное удовольствие? Ну что ты делаешь? Не хочешь слушать? Тогда ты читай дальше. Сможете ли вы полностью оценить эпизод, не посмотрев остальные? Есть большие сомнения в этом, ведь, несмотря на кажущееся отсутствие связи между ними, они все связаны фирменным стилем молодого режиссера и представляют собой одну вселенную. Вы по-другому будете смотреть на шахматный поединок гроссмейстера и мексиканца, посмотрев перед этим на разговор двух подруг о плоской земле и выступление рок-группы. В этом и заключается уникальность и неповторимость контекста. Я устала. Пока. Фильм уже получил высокие оценки как от кинокритиков, так и от зрителей. Наш корреспондент спросил одного из восхищенных зрителей о впечатлениях после просмотра, но тот не смог подобрать слов, чтобы описать свежевышедшую картину. А нужны ли слова? Иногда языком кино можно сказать гораздо больше, чем любым естественным языком. Дерипс, как человек, который искренне любит свое дело, позволил зрителю почувствовать широкий спектр эмоций. Некоторые были в восторге от комедии, другие размышляли вместе с героями и разделяли их чувства. Контекст содержит в себе что-то близкое для каждого человека и не оставит равнодушным даже самого требовательного зрителя. Смотри, тут есть его фото. А он красавчик.